Скажите, пожалуйста, вы случайно не к нам? А кто это вы? Мы. Комбинат детской игрушки. А, тогда к вам. Ух ты! А я испугался, думал, опоздал. А все, Петр Иванович, проклятый. Подождем, говорит Иринку, да подождем Иринку, подождем Иринку, да подождем Иринку. Ну, я как староста физкультурного кружка, ждать не мог. Пошел сам, встретил вас. Но говорит спасибо. Спасибо. Петр Соловьев. Григорий Рыбин. Только мне здесь за Петра-то никто не считает. Пяточком зовут. Ну. А тебе Петр Иванович выдумал? Этот самый проклятый Петр Иванович. Проклятый. Я давно хотел тебе сказать, Иринка, но всегда, понимаешь, кто-нибудь мешает. То этот... То этот пятачок проклятый. Ага, проклятый. То... Иринка! Ну вот. Опять. Куда это они бегут? Как куда? Куда же им бежать? Вон, видите? Иринка. Ну что ж. Как что? Ее любят дети всего Союза. Ну уж всего. А что? Вы знаете наш комбинатик? О! Процентов игрушек всего Союза делает наш комбинат. Ха. А это как ее? Нюрнбергская фабрика? Птенец против нас. Тише, 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 тише. Ну вот, познакомься. Это наши главные потребители. Здрасте. Здрасте. Ну, познакомились? Теперь до свидания. Это вот Петр Иванович. А это... Здравствуйте, Ирина. Откуда вы знаете, что я Ирина? Вас знают дети всего Союза. Над землей полдневный жар, не дотрут вовеки наш коричневый загар, голубые реки. Везде день и даль полей, не окинешь взглядом. По республике своей мы пройдем парадом. Мы несем на кровать зелену высоту. Наш юность земной, наших дней быстроту. Наша молодость плыла сквозь моря и реки. Наши крепкие тела не согнуть вовеки. Нас улыбками страна каждый день встречала, чтобы тело, как струна, песнями звучало. Мы несем на права ширину высоту. Наши юности вновь наших дней пристрасту. На старт. Внимание! Как бежит! Какой темп! Как птица! Шишак! Хорошо! Молодец, Гришка. Как приехал, сразу все по-другому пошло. Ну да. А что? Ровнее дышите, милая. А не скажешь ли ты мне, Пятак, чего это он все больше с Ириной бегает? Почему, скажем, не с тобой? Ну что ж, всякому овощу свое время.
еще и со мной побегает. Милая, как хорошо мне с вами. Молчите. Вы мне мешаете ровно дышать. Ревность нехорошая штука, Петр Иванович. Брось ты. Не смотри ты на ее, не теряй авторитет. Давай, 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 милая, спи! 60! Еще полсекунды меньше. Себя? Да. Можно к нему? Нельзя. Почему? Занят, с консультантами разговаривает. Люблю консультантов. Консультанты. Здравствуй, дядя Вася. Здрасте, Александр Сергеевич. Что нового? Консультанты мои, консультанты. Есть новенькое. Что вы скажете о так называемом автомате сборщик? А что это такое, автомат сборщик? Что за штука такая? Покажи. Какой автомат? Покажи. А вот посмотрите. Перед вами маленький автомобильный завод. В этот раструб вы кладете автомобильные части. Колеса, мотор, руль и, наконец, саму цистерну. Когда все детали в раструбе, я начинаю вертеть вот эту штучку. Представьте себя, Александр Сергеевич. Опять Иринка. Да. Отказал. Безобразие. Он срывает нам подготовку к спартакиаде. Он ставит под удар честно. Не шуми, не шуми. Садись. Ну, что ты хочешь? Садись. Я с вами, Василий Федорович, буду говорить от имени всего физкультурного коллектива. А ты тише говори от имени всего физкультурного коллектива. Ну, Василий Федорович, я бы на вашем месте более серьезно отнесся к этому вопросу. Слушай, я тебе стадион построил? Построил. Не хуже, чем столица? Хуже. Врешь. Оборудование для кружка купил? Купил. Мотельный цех план не выполняет? Говори, не выполняет. Не выполняет. Она у нас лучшая стахановка. Ее модели ребята сам знаешь, как любят. Да если я ее отпущу с завода, так ребята ж меня засмеют. Проходу не дадут. Отпустил, скажет старый дурень. В общем, ясно, не отпускал. Договорились? Договорились. Разгоняйте физкультурный кружок, освобождайте меня от работы, а на стадионе капусту сажайте. Я вам больше не работник. Любовь Петровна, дайте ему стакан нарзану за счет деревцы. Замучил.
Ребята! Ребята, ребята! Ребята, идейка! А что, если всем вместе сходить к директору и сказать, так, мол, и так, Василий Федорович? Что ты? Все равно не отпустит. Почему это такой? Заменить ее надо. Ну да. Заменишь такую. Обязательно заменим. Почему у Иринки всегда хорошие игрушки? Ну почему? Ну почему? Потому что она всегда с детьми. Она их знает. Вот если мы поработаем так, как Иринка, то по одной хорошей модели сочиним. Нас 25 человек, 25 моделей. Шуршит листвой, и до вечера ты доверчиво будешь рядом песни петь со мной. Где ж ты с песнею, милая чудесная, где ты, друг мой дорогой? Я уеду, Ирина. К чему уедете? Вы должны были у нас все лето работать. Ну а какой мне смысл здесь оставаться? Все бесплатно. Вот если бы в результате моей работы у вас я мог дать стране нового чемпиона, вот в том-то и дело. А этот ваш Василий Федорович категорически отказал мне работать. Нет, я уеду. Друг мой дорогой, ты думаешь, я не знаю, о чем ты поешь? Знаешь. Знойный день идет к закату, ветер садом идет степной. Над долинами, мандолинами зазвенят цикады в час ночной. Значит, вы обязательно уедете? Обязательно. Ну что мне тут оставаться? Уеду. Слышите, Ирина? Обязательно. И никуда я не уеду. И некуда мне от вас деться. И вообще я не знаю, что со мной происходит. Но если бы мне сейчас сказали, что завтра я тебя, то есть, простите, вас, а может быть тебя, что завтра я тебя не увижу, то я бы не знаю, что бы я с собой сделал. Глупый какой. Милый, хороший. Да чего ж глупый? Голубых своих салазках выплыл месяц ночной порой. Я за ласками, за салазками побегу, родная, за тобой. Где ж ты с песнею, милая чудесная? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-я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 й. Дорогая моя супруга Ирина Ивановна Рыбина, с болью в сердце я вынужден признать, что в семейной жизни вы понимаете ровно столько, сколько я, ну скажем, сколько я... Ну скажем, сколько вы. Мой уважаемый супруг с болью в сердце. Это ужасно. У тебя полное отсутствие фантазии. Любая художественно одаренная натура сразу почувствовала, что кровать должна стоять у окна. Гришенька! Гришенька! Я тебя очень прошу. Выдавай какую-нибудь другую фантазию. Mm-hmm.
все вздыхаешь. Жарко. А ну да. Так ведь это я знаю, от чего тебе жарко. Слушай, Пятак. Кончено, кончено, кончено. Она уже замуж вышла. И тебе надо бросить вздыхать. Ну, дышать не дает. А, я знаю, что тебе дышать не дает. Ужас! А что, если у нас будет сын? Его что, под окно? Гриш, ты страшно глупый. Я пойду в Пятакам. За гвоздями. Большой глупый! Ты мой родной физкультурник рыжий, я мечтаю об одном, как тебя увижу. Здравствуйте, Петр Иванович, я счастливая. Здравствуй. Гвозди у тебя есть? Гвозди что? Разговор у меня есть. Светлый, светлый, цельнометаллический. Когда он поплывет в воздухе, в нем отразится солнце, и все увидят буквы ММ. Почему ММ? Милая, милая, а тебе? Ну, а что ты думаешь насчет небольшого планера, м? Слабо, планер мы сами умеем строить. Нужна коровка, чтобы у нее было две головки и 8 ножек. Две головки? Да. И 8 ножек? Да. Значит, две коровки? Да, обе шоколадные. Ой, горе мне, сколько вас. Слухайте, хлопці, а ви можете говорити по одному, в очередь? Василь Федорович, ну? Нам всего 8 хотелось, чтобы вы отпустили Ринку для тренировки. Ты не думайте. Знаю, но лучше посмотрите сами. Перевели рычаг. И он аккуратно. Ох, и молодцы ж, ребята. Ох, и молодцы ж, ребята. Оригинальная детская игрушка. На стол, подоконник, диван, табурет, чемодан или на пол. Осторожненько ставим этот предмет.
и открываем клапан. Потом зажигаем быстро-быстро и ждем, пока раздастся выстрел. Да не выстрели, опять не выстрели. Убери пушку. Убери! Ну что ж. Для старшего возраста. И он аккуратно летит туда, потом обратно. Буду участвовать в осенней спартакиаде. Гришка, это очень правильно, что наша кровать под окном. Потому что в углу будет стоять кровать нашего сына. Иринушка милая, ну с чего ты выдумал? Зачем тебе ребенок? Хочешь, я тебе куклу куплю? Не балагань. Ты что ж, ты мне предлагаешь? Я ничего тебе не предлагаю. Это твое дело. Я думал привезти в Москву чемпиона, а привезу... А рекорд? Ведь я ж совсем забыл о рекорде. Вся наша работа, все мечты, все пропало. А ребята, ведь они ж из-за тебя ночи не спали. Изобретали, придумывали. Ты зачем мне врал, что любишь меня? А, ладно! Ты мне сейчас начнешь лозунги говорить. Вот не хочу я ребенка! Не нужен мне наследник, рано еще. 40 лет, пожалуйста, сейчас не хочу! Понимаешь?
баба. Ну вот. К вам пришла. К нам. За гвоздями, что ли? Какими гвоздями? Милая, ну перестань. Петр Иванович, я все-таки очень люблю Гришку. Я помню свою мать. Когда я был совсем ребятенком, меня обидел какой-то дядя. Ты знаешь, как она меня защищала? Она была маленького роста и на цыпочки поднялась, чтобы ударить его. У дяди был такой меховой воротник на пальто. Но мою мать городовой отвел в участок. А ты материнка. А он замахнулся на твоего сына. Да. 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 Милый, у вас? Знаешь, поздно уже. Пошли домой. Нет, Гришка, я не пойду. И правильно. Вот и все. Дети. Василий Федорович, это я к вам. Ничего, что так поздно. Вот тебя мне не хватает. Иди сюда. Ты иди скорее, ну что ты такой медленный. На, держи, только осторожней. Понимаешь, сын у меня захворал. Андрюшка, австриец. Жена уехала, а я вот один и верчусь. Василий Федорович, у нас тоже беда случилась. Окно не открывай, простудишь. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня в комбинате детские игрушки и против ребенка. Ведь это ж... Ведь это ж... Зверем надо быть. Быстро возьми погремушку. Баю-баю-баю.
Любит она его. Ну что ж, это хорошо. Очень хорошо. Нельзя его любить. Ты греми, греми, не переставай. Зверь, зверь. Ишь ты какой быстрый. Что ж мне его в клетку сажать, что ли? Нет, не в клетку, но... Во всяком случае... Тише, что ты с ума сошел, что ли? Дрожа погремушка, а? Кажется, пустяк. А вот не умели делать. Жестяк, шум. А теперь слышишь? Музыка. Композитору звук заказывал. Спят мои сыны. Спит Андрюшка, шуцбундовец. Спят Ленка, Жанна. Был у меня сын, мой собственный, умер. Вот мы со старухой и взяли этих вот милых наших. Как же нам-то быть, Василий Федорович? Азартный он парень, понимаешь, Гришка твой. Крикун, капусту, говорит, сажайте на стадионе, уйду, уеду. И не ушел, и не уехал. Знаешь что, поговори-ка ты с ним. Что, что, Василий Федорович, не буду я. Почему? Нельзя мне, понимаете? Думают, что люблю я ее. Думают? Ошибаюсь. Иди. Понимаете, Василий Федорович? Неужели не ошибаются? Вот в том-то и дело. Все равно иди. Надо, понимаешь? Ты, Петя, расти. Расти в большого, крепкого человека. Партия учит беречь семью. Понял? Понял. Все понял. Только вот тебя не могу понять. Постой, Гришка. Я... Ну что ты? Ты мне пришел мораль читать. Обрадовались все. Преступника нашли. Хотите жизнь начисто писать? Без ошибок? А человек живой? Гришка. Ты, Петр Иванович, молчи. Ты думаешь, я не знаю, почему ты, именно ты, а не кто-нибудь другой пришел сюда? Тебе не нужно было приходить, потому что всякая собака в городе знает, что до моего приезда сюда... Слушай, ты, живой человек,
Какая девушка любит тебя? Она мать. Ты понимаешь это? В общем, я так думаю. Тебе надо извиниться перед ней. Я за этим пришел. Ты постой, я... Вижу. Я думал... Знаю. Потому что человек... Понял. Нет, Петр Иванович, ты упустил одну деталь. Ты забыл про азарт. Она поставит рекорд. А сын у меня обязательно будет. И я буду петь ему по ночам. Пусти, дура. Перепутает ведь. Подложит какого-нибудь бракованного. Не пущу! Понимаешь, вчера на рассвете родился парнишка. Мой сын. Сына меня не пускают. Ведь спутают черти. У этих пузыриков даже носы. Иногда между собой удивительно схожи. А фамилию он еще сам не может. Если б ты видела этого гражданина, мигает, улыбается, ногу сосет, 11 фунтов с половиной, и так кричит, что почти поет. А глаза настоящие, человечки, и так независимо себя ведет, что, кажется, встанет, расправит плечи, сплюнет в плевательницу и пойдет. И вот я хожу вокруг этого дома. А он вон там. Там. Без отеческой ласки.
До свидания. Будем знакомы. Заходи, пожалуйста. Я буду петь ему по ночам. Тебе же надо поправляться. Ты что, с ума сошел? Ничего, ничего, ничего. Зато будешь, знаешь, какая? Ты что ж его не притащил, а? Где ж его найдешь? Как в воду канул. Канул, канул. Надо бы, чтобы ты не стала его найти. Ты что, птица, грустная такая, а? Я веселая. Вижу. Ну, а где же твой инструктор? Он занят. Тяжело с ним встречаться. Ничего, ничего, ничего. Товарищ, я не пойду, я не бритый. Да где я не бритый? Ничего, мы тебя побреем. Не бритый, пойдем без разговора. Принимайся! Принимайся! Тоже не бритый. Штрафом за опоздание. Верно! Товарищи, я никогда не пил вина. Но, но этот свой первый в жизни бокал я хочу выпить. Ну-ну-ну-ну-ну. Ты лучше вон за свою жинку выпей. Видишь, она у тебя такая бледная. А мы ничего, здоровые. Этот свой первый в жизни бокал я пью за славу!
обед начал, так начал. Только спокойно, спокойно, спокойно. Я никогда не пила вина. Подобрала парочка. Не надо. И этот свой первый бокал я хочу поднять. И этот свой первый бокал я хочу поднять за Сергея Ивановича Никонова. Ничего не замолчи. В чем дело, товарищ? Объясните мне. Мне хотелось сказать о тебе хорошие слова, потому что он поднял бокал за славу, потому что многие девушки очень часто плачут из-за того, что их родные, самые любимые, оказываются совсем плохими отцами. Я тоже из-за этого плакала. В чем дело, товарищ? Остановите потихоньку. Мне нельзя пить. Выпей за меня, Петр Иванович. Первое слово ребенка – мама. Второе – я не знаю, какое второе слово будет у моего сына. Куда? Кто тебя учил убегать от ответа? Садись. Слушай. Мне нечего ему больше сказать. Спокойно. Спокойно. Я не буду больше плакать.
Что это, куришь? Брось папироску. Ты же сам говорил, что физкультурникам курить нельзя. Ты что это, военным? И треугольничков сколько? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. За три года знаешь, что можно сделать? Да. Ну, как наши? Как Иринка? Собственно, я тебя должен спросить, как Иринка? То, что нас не познакомишь? Да-да. Будьте знакомы. Это... Таня. Петр Соловьев. Ну вот, познакомились. Ты посиди, я сейчас. Почему не вместе? Я на одну минуту. Развлекайся пока. Василий Федорович, я только что на стадионе встретил Гришку. Какого Гришку? Ты его не знаешь. Подожди, подожди. Ну-ну, рассказывай, ну как же вы встретились? Не важно, как мы встретились. Важно, как они встретились. А что? Я боюсь. Она его очень любила. Ребята ваши выросли. А вы все такое же, не изменились. А я слово такое знаю, петушиное. А вы где были все это время? В Москве. Ага. Учились? Нет. Учишься? Нет, так, служу, работаю. А где Петр Иванович? А Петр Иванович у нас на месте. Начинается финальный бег на 400 метров для женщин. Участвую. Симбирцева, Союз шоферов Юга. Власова, колхоз имени Ворошилова, Михайлова, наркомлегпром, Наджафарова, нефтяники, Мельникова, Академия наук. На старт! Внимание! Thank you.
Внимание! Здравствуй, Ирина. А, здравствуй. Сын? Нет, дочь. Как тебя звать, маленькая? Иди скорей, моя хорошенькая, иди. Пойдем отсюда, пойдем. Зачем боишься чужого дяди, а? Не будешь бояться чужого дяди, а? Не будет. Я бы очень хотел поговорить с тобой, милая. А зачем, милый? Я очень прошу простить меня. Я хочу вернуться к тебе. Что ты, не надо? Рано еще. У меня ребенок, тебе до 40 лет еще далеко. И потом я очень удивлена, что ты не знаешь. Иди сюда, мама! Да. Ну, меня зовут. До свидания. Здесь оставаться. Пошли. Что у тебя было с этой девушкой? Да так. Ничего. Случайная встреча. Случайная встреча? Не надо. Таня очень хочет познакомиться с чемпионом СССР Ириной Михайловой. Хороших, чем плохих. С этим камуфлятами никогда не плачу.